Итак, добрый день, ребята! Всем привет! Сегодня мы решили испытать лавовую лампу. Итак, у нас сегодня экспериментатор Андрей Александрович. Он, конечно, берет... Я не в курсе! Ну ладно, блядь. Не в курсе ты, но берешь ты колбу. Колбу поставь, чтобы было видно зрителям. Кобла, вот это. Вот, наливаем растительное масло. Так, масло льется масло. Масло льется, как всегда. Масло льется очень быстро. Опа, оно очень быстро льется. Хорошее масло. Ты где брал? Рекламу не надо, спокойно. Все, заткнись. Так, масло есть. В аптеке брал. Так. В ипотеку брал. Куда ты спрятал, да? Ставь колбу на видное место. Подожди, туда надо воды наебать. Да, только никому не видно, блядь. Иди твою налево. Рюмку, рюмку уберите вот эту вот, пожалуйста. Вот, вот эту, вот эту, вот эту, да, вот эту. Вот масло есть. Добавляем немножко воды. Добавляем воды. Так. Дальше. Дальше какие наши действия, Андрей Александрович? Таблетка. Нет. Надо красители добавить. Зачем ты бутылку поставил, летит твою мять? Я снимаю лавовую лампу вообще-то, блядь. Я хуёвый оператор, блядь. Да ты не только оператор, ты вообще хуёвый, блядь. Организатор, блядь. Что ты льёшь? Это краситель, по-твоему, блядь? Это да, краситель. Ты что льёшь-то, летит твою налево, блядь. Он даже не красит, блядь. Твою мать, по-моему, у тебя просрало там. На, попей, блядь. Ладно, потом попью, блядь. Давай, убери нахрен отсюда. Давай, кидай таблетку уже, блядь. Народ требует лавовую лампу, блядь. Такая хуёвина, блядь. Да, ребята, видео у нас, конечно, не получается, блядь. Весёлое, блядь. Потому что... Во. А я думаю, что таблетка пошла. Мне нужно три таблетки кинуть, блядь. Убери ты нахрен таблетки. Вот эту хрень свою, блядь. Я снимаю лавовую лампу. О, эффект пошел. А теперь смотрите и наслаждайтесь эффектом. А ты таблетки где покупал? В аптеке, ёпты. Где и ты, блядь? Да не трогай ты, блядь. Иди твою налево, блядь. Я же настраиваю камеру вообще-то, блядь. Настраиваю, да. Да? Мог бы и рассказать. Кстати. Так что делать-то? Радоваться. Можешь подшить? Вот, ребята, смотрите, эффект пошел. И запомните, если жизнь перед вами закрыла дверь, откройте ее. Двери именно так и работают. Белка-то на вот, но я ее не вижу, да? А где белка? А нет, смотрите, лампа-то заработала. Работает лампа. Это же красотища-то да какая. Да это, сука, там, блядь, нужен краситель, блядь. Это чудо! Ебанешься, блядь. Вот она, лампа. Аладдина, блядь. Чё-то я пошёл ссать, всё. У одного лампа сработала. Подраставили тут, да, друг? Ну, пиздец, чуть не ебанулся, блядь. О, видать, какие плюхи падают. Нифига себе, блин. Вот эта лампа. Оно работает! Слышь, Колян, ты в школе химию учил? Ну, я плохо учил, конечно, да? Кто учил хорошо, тебе это подсказали, блин. Не, ну красиво же, а? Ну, согласитесь, можно смотреть это бесконечно. Я предлагаю оставить это телефон и пойти в Баревич. А пускай снимает, и потом будет... Охуительно. Не, ну просто будет кто-то смотреть это постоянно. Давайте выпьем лучше, а? Да. И трезво поговорим. Ну так-то, я конечно, вот да, прикольно. Нет, шлюха с ней не пила с этой рюмки, нахуй? Да хуй знает. С чего она пила, Сань? Откуда я знаю, блин? Заебись, нахуй.
Я вам помешаю, конечно. Блин, да что ж такое-то, а? Это все? Сань. Да, все пузырьки закончились. Попались, блядь! Что, блядь? Кидай таблетку еще, блядь. Сейчас кину таблеточку еще. Эффект закончился. А что за таблетка? А это, блядь, таблетка того и этого, блядь. Кого? Две блядь? Кидаю, блядь. А ты где? А, вот он. Так, таблетку закинули. Работа пошла, пошла. Работаем, работаем, братья. Пузыримся. А ну давай, пузырьки пошли, пошли работать. Ай, что за херня? Давай еще две таблетки кину. Да кидай все, что есть, блядь. А, все? Да, ну, что, серьезно все закинул, да? Блядь? Ну это пизда, блядь. А ты, ёптыть. Что, серьезно все закинул? Конечно, все. Надо... Так они же сейчас будут бурбулировать. Надо пузырить все на свете, блядь. Так, ну пузырят, да. Ты уверен, что ты все закинул? Все, всю хуйню. Что-то вяло пузырят, как ты пузыришь тогда вот эту девчонку, блядь, после дискотеки. Да? Ты так же пузырил? Ну, вяло. Ты закинул все таблетки. Я был пьяный, извините, блядь. А, нет, так-то вроде не идет. Нифига себе. Оно же, если присмотреться, можно смотреть бесконечно. Слышь, сосед, Ирка Карбович там работает, да? С этого, как его? Железки, да. Да, железки. А, так, ну вы можете обсуждать-то потом, блин. Мне придется звук убирать, блин. Да что ж такое-то, блин, а? Не надо фамилии, ребята. Фамилии называем. Когда кооператив был. Блять, мне ж упала пачка, блядь. Вот она, лампа, пожалуйста, жму, работает. Лавовая лампа. Как и хотели, как пожалуйста. Давай ебануться, лампа, блядь, получилось. Ну, если присмотреться, то там видно, как один пузырек хватается за другой. Они борются, пытаются... Что, серьезно, да? Жопа, блядь. О, а сверху намного интересней. Здесь идет то самое лавовое извержение. То, что происходит у нас в желудке после небольшой пьянки, когда съешь молочка, и тебе пошло-пошло вот это... Ну ладно, это слишком грубо. Девочки и мальчики, так вот, наш химический эксперимент не удался. Всего лишь все закипело, все кипит, пожалуйста. Кстати, можно... А если закинуть туда куриный бульон? Возможно, получится супчик. Андрей, как вы думаете? Андрей сегодня не думает, он просто заворожен ламовым извержением. Я не снимаю эту фигню. А почему? Да потому что мы пилоты.